Итак, друзья, выгрузка в Швеции окончена. Время 12. Где-то 5 часов это все длилось. В 7 я сюда приехал. Стоял на 9 воротах. Вот, все, выезжаем на загрузку. Загрузка будет всего лишь в километре отсюда. Это очень удобно. Кайф. Вот. И поедем в Германию. Вновь на паром сегодня. Поплывем до Германии, там выгрузимся и будет все отлично. С грузом все в порядке, все на месте, никаких проблем. Документы получил без всяких комментариев. Погода прекрасная, 12 градусов. Я, честно говоря, думал, что в Швеции... Ну как? Да, ожидал в Швеции увидеть зиму. Все-таки северная страна такая, Скандинавия. Но я уже смотрел, да, прогноз погоды. И был удивлен, что 12 градусов. Так оно и есть, 12 градусов сейчас. Так, ну ладно, ничего страшного. Это даже хорошо, что тепло. Вот, едем на загрузку. Так, зашел в офис. Без реф номера. Загрузку не дают. Сижу, ожидаю. Думаю, блин, чай что-то не положили. Термос есть, сахар есть. А тут, оказывается, уже кофе заряжен. Или чай, непонятно. Отлично, Швеция рулит. Эх. Тяжелая работа у дальнобойщика. Все время в ожидании. Все время надо пить чай, кофе. О, тяжко. Итак, заехал на завод. Вот, кстати, здесь написано, на какой. Кемера. Химический завод. Грузить будут какой-то непонятный... Соли, я так понял. Из документов ясно, что это будет в бигбэгах. В офисе сказали, езжай на 70-е место, в зону погрузки и ожидай. Приехал, минут 10 посидел, поожидал. Нифига. Кстати, смотрите, там Балтийское море. Гулять не пойду, все-таки завод. Ну, я имею в виду до туда. Кто знает. Все-таки завод. Посидел, подождал, вычитал из документов, что будут бигбэги. Кстати, вон они тоже стоят. На палетах они, кстати. Думаю, рамп не видать. Открою тогда пока бок. Не буду время терять. Раскрыл бок, убрал бланк, убрал планки. Думаю, чем бы еще заняться. Достал все ремни. Развесил их сюда, потому что, блин, еду в Германию, лучше... накинуть ремешки, хоть это все и на палетах, я бы не стал бы на самом деле раньше этого делать. Вот, развесил их, так никого и нету. Нашел у себя в ящике, вспомнил точнее, что, ну и нашел и вспомнил, что у меня есть коврики противоскольжения какие-то старые и рулон новый не нарезан. Наверное, тогда займусь этим, я не знаю, куда идти, кого здесь искать. Там ребята работают вдалеке. Но это никак не относится к 70-му месту загрузки. Может быть, скажу попозже. Время идет. И не сказать, что я его теряю. Ремни пригодятся. И коврики, собственно, тоже. Так что раскидаю коврики в надежде, что за это время кто-нибудь уже подойдет. По сути, прошел, наверное, уже, ну да, минут 40-45 стою. Но если что, действительно пойду на берег Балтийского моря. Блин, было бы круто, если бы камера это все видела. Да, старых ковриков, которые уже были в полуприцепе, довольно мало. Положил вот так вот в два ряда в начале. Почти на два пролета хватило. И пролет в конце. А третий пролет, получается, остался без ковриков. Но если взять мой рулон новый, нарезать его, то я думаю, как раз хватит. Вот будет, кстати, весело, если сейчас придется открывать еще правый бок, а я тут навешал вот этих ремней,
И это все снимать, потом переделать. Ужас. Ну что, это ко мне, может быть, не? Да, кажется, да. Так, в моей жизни уже не раз так происходило, что когда ты чего-то ждешь, надо чем-то полезным заняться, и в самый подходящий момент все начнется. Только я разложил коврики, рассказал, похвастался вам об этом. Ну и на ваших глазах подъехал чувак. Говорит, погнали вон туда. Блин, ну главное, чтобы это было левым боком, потому что я что, просто так, что ли, открывал? Ну ладно, задом еще закрыто, не проблема. В общем, окей, смотрим, что будет дальше. Встаем параллельно линии и начинаем загрузку. Итогу дольше ждал, вот. Быстро я расправился с этой загрузкой, не зря вешал ремни, не зря раскидывал коврики, все замечательно. Какой-то химический порошок, закрываемся, едем на взвешивание, надеюсь, все окей. Блин, ну 24 с лишним, почти 25 тонн я загрузил. Так, плакал мой, моя экономия топлива по итогу. Закрылись. Посмотрим, что там по нагрузке DAF покажет. Также сейчас первым делом едем на весы завода. Время уже 3. Естественно, на паром в 3.10 я уже не успеваю. Интересно, во сколько будет следующий. Сейчас буду все это дело уточнять. Загрузили, да, где-то 25 тонн. На сегодняшний момент, на данный момент у меня 22,9 расход средний, но с 25 тоннами сейчас это будет превратиться все быстро в каких-нибудь 26. Так, воздух накачался, но чтобы весы более-менее правильно показали, как минимум надо расслабить ручник, а лучше и тронуться слегка, чтобы более-менее все четко показало. Так, ну достаточно. Смысла большого в этом нет сейчас, но все же охота посмотреть. Так, информация. Нагрузка. Так, на передней 10,6 вообще спокойно. Так, итога 47. Если я не ошибаюсь, то разрешенная в Европе 44. Могу ошибаться. Так, и по 7,3 давит на 8 полуприцепа. Но, блин, вполне все нормально, кроме вот этих 47. Блин, все позабывал. 47, 44, ребята, разрешено, или 40? А я думаю, сейчас, если с завода выпустят, значит, 44, значит, все в порядке. Ну, сейчас я уточню эту информацию. Так, ну, поехали. Итак, взвешивание. Максимально допустимое, все верно, да, 40 тонн.
У меня DAF показывает теперь 40 тонн и 600 килограмм. Сейчас посмотрим, что покажут весы завода. DAF может преувеличивать слегка, бывает такое. Даже и не слегка. Так, человек съезжает, мы заезжаем. Смотрите, сразу табло, на котором видно, что мой вес 39 тонн 640 килограмм. Так что все в порядке. Сейчас дадут нам бумагу с данным весом, и значит, все в порядке у меня. Все отлично. Как же приятно бывает поработать. Я прям на самом деле рад. И вот именно поработать, а не устать жестко, что потом на следующий день в гробу ты видел эту работу. А вот так вот, как у меня все это происходит, не знаю, мне очень нравится. Все, встали. Идем за документами. Итак, друзья, закончилась загрузка. Выезжаем в Германию. Сейчас держим путь в порт. В 22:50 отплывает мой паром. Время сейчас 4. Смена у меня до 8 максимально. Вот пока еще дилемма у меня, как мне это все оформить. В плане смены, в плане парома. Пока еще не пришел. Перекресток за 50 метров впереди. Какому-то решению. Так что пока думаю, когда закрывать смену, когда открывать паром. И все прочее. Что из интересных фактов по Швеции? В Швеции проживает 10 миллионов человек. На каждого, кстати, человека приходится 58 тысяч долларов США ВВП. Мне очень нравится этот показатель. Он о многом, конечно, говорит. Это 11 место в мировом рейтинге. Напоминаю, через 10 метров продолжайте ехать прямо, потом на втором повороте поверните налево. Напоминаю, что у России этот показатель на уровне 11 тысяч там, с небольшим хвостиком на душу населения. Это 63 у нас место, а шведы на 11. Также, хоть и их немного, шведов 10 миллионов всего, но они... Продолжайте ехать прямо, потом на втором повороте поверните налево. Но мы с вами знаем кучу шведских именитых брендов, таких как, естественно, в первую очередь, это Volvo. Это Scania. А еще... На втором повороте поверните налево. Спасибо, мой любимый навигатор. А еще из того, что я был удивлен, ну, во-первых, Electrolux, но это не сильно удивительно и интересно. А самое удивительное, это Tele2, к примеру. То есть наш провайдер связи. Я думал, что он наш... А, нет, это шведская, шведский бренд. Вот, также Tetra Pak, Ariflame, друзья, H&M, это мы все знаем, ну и самое популярное, это, наверное, IKEA, естественно, IKEA. Средняя зарплата у шведов 2300 евро, средняя пенсия, внимание, 1000 евро, не знаю, мне кажется, это прям дофига, это прям хорошо, я думаю, ну хотя для Европы, может быть, и не очень. Вот. Но за все это платят шведы тоже хорошими налогами. Налоги доходят до 56%. Шведы, кстати, без проблем. Практически все, наверное, не знаю, ну,
все, да, я думаю, все общаются без проблем на английском, так как даже фильмы у них не дублируются. То есть фильмы они смотрят в оригинале. И в кинотеатрах, и, я так понимаю, и по телевизору тоже. Весь Голливуд смотрится ими в оригинале. Это довольно интересная ситуация. Также, кстати, по поводу брендов. Оказывается, водка Абсолют — это тоже шведская водка. Причем она занимает второе место в мире по объемам продаж. Вот, а на первом месте, по-моему... Смирнов бренд. Но это уже не российский бренд, а британский. Вот, был он создан человеком по фамилии Смирнов, москвичом. Москвичом был создан бренд. Но его выкупили, короче, британцы. И по итогу на первом месте, да, сейчас Британия по объемам продаж с брендом Смирнов. Через 200 метров поверните направо, потом на кольцевой развязке используйте первый выезд. Кстати, у шведов во многих компаниях 6-часовой рабочий день. Обалденно, да? Через 200 метров на кольцевой развязке используйте первый выезд. Так как темнеет рано, а шведы любят погулять по природе, поэтому, да, поэтому вот как-то так. Есть возможность у шведа погулять по природе. Используйте первый выезд. Используя 6-часовой рабочий день, я бы так сказал. Так. Какой выезд первый? Обалдеть, я думал, заболтался. Так, ну вот мы и вышли, кажется, на трассу. Сейчас где-нибудь остановимся, пообедаем. До парома 8 часов. Продолжайте обалдеть ехать по дороге 67 километров. Сказал это количество часов и сам ужаснулся. Нифига себе, 8 часов до парома. Обалдеть. Так вот, ну вот я уже и собираюсь в обратный путь на пароме. Сходил, получил билетики. Все в этот раз без всяких талончиков. Все путем. Только не спросил, когда заезжать можно. Была информация от коллеги, что только за 3 часа до отправления парома. Ну, не знаю, тут коллеги говорят. Но первое слово было, да не знаю, ну а потом говорит, да едь смело уже сейчас. Так, а сейчас до отправления парома еще 4,5 часа. Не знаю, тут есть магазин поблизости. Не то чтобы мне что-то нужно было. Так, ради интереса посмотреть, что там в Швеции интересного продают. Вот, так что я, наверное, сначала прогуляюсь, а потом уже буду заезжать. Надо еще убедиться только куда. Терминал Си. Вот, встаем в колейке в очереди по линиям от 112 до 103. Ну, короче, как-то так. А вот столько машин стоит в ожидании парома. Но, по всей видимости, конечно, не единственного. Только 3 компании обслуживают. Ну, значит, в ближайшее время, наверное, 3 парома будет. Так, ну а я держу путь в Макси. Сейчас хочу заценить шведский магазик. Что там, может, интересного? Даже, может, те же магниты возьму какие-нибудь. Посмотрим сейчас. Водки Абсолют. Заценить. Так, буквально метров 700, наверное, от стоянки. И вот я уже на месте. Гипермаркет Макси. Пойдем посмотрим, что там у шведов интересного есть. Не уверен, что что-то интересное есть. На самом деле мир такой сейчас пошел. Везде примерно одно и то же. Но кроме итальянского и французского сыров. Так, окей, погнали. Кстати, обратите внимание, никого нет в масках. Потому что в Швеции нет масочного режима.
Так, все цены указаны в швейцарских кронах. Шведских, конечно же. А курс у нас такой получается, что мы делим эту цену на 10. И получается цена в евро. Хомуты тут бишь 2 евро стоят. Обалдеть, кстати. Перча. 3 евро. Ну, у меня вроде как все есть, и работать мне осталось меньше месяца уже, кстати. Так что не будем. О, да. Ну, вонючки у меня чартеровские есть. Так, новогодняя движуха уже. Гномики прикольные. 12 евро просто стоит. Ну, нормально, в принципе. Новый год грядет, да. Везде продаются эти барилы. Но я даже на заправке в Италии брал их по 1 евро. Вот такие же. Здесь 1,3 получится, 1,4 евро. По 3 евро. Можно взять на пробу. Я придумал, что можно взять. Надо рыбу взять, селедки какой-нибудь с Балтийского моря. Такие прикольные. Вяленые, что ли, или копченые? А, нет, это, наверное, копченые даже. Это что такое в тюбиках продается? А, соусы. Сыр, бекон, креветки. Так, заменитель хлеба надо взять. Вот в таких упаковках интересных есть. Будет стоить тоже 7 евро. Ну, прикольно, конечно, прикольно. Вот это да. Весь тон. 2 килограмма почти. Ну, разные есть. Вот поменьше. 875 грамм. Голландский. Так я вот такое возьму. Килограмм стоит 7 евро. Ну, грубо говоря, рублей 500 будет стоить. А этот, ладно, обойдусь. Да, и вот еще полки, полки, полки. Все это сыр. Все это сыр. И вот еще полки, вот еще холодильник. Просто всюду сыр, сыр, сыр. Обалдеть просто. Мой рай. Ну, в среднем 10 евро за килограмм. 1000 рублей, да? 900 рублей за килограмм. Практически весь сыр по такой цене. Так, курица, филе. 13 евро за килограмм. Че, серьезно? 14 даже. Обалдеть. Это нормально вообще? Это законно? Или я чего-то не понял? Вот, смотрите. 139 крон, 14 евро, то бишь, за килограмм. Вот это да. Вот это цены на курицу. Если я не ошибаюсь, в России 300 рублей это стоило, то есть 4 евро. Может быть, сейчас дороже уже, конечно. Классный эффект. Это, друзья, зеркало. Обалденно. Мне кажется, в каждом магазине. Я реально издалека думал, что это повсюду тут яблоки. А это все зеркало. Классно смотрится. Так, авокадо. Наконец-то я не забуду его взять. Так, 4 евро. Стоит сеточка, да, из нескольких маленьких авокадо. Маленькие такие, капец. А здесь еще 25 штук. 1 евро штука. А, упаковка. Вот такую упаковку возьму. Так, помидорки вот просто такие возьму. Салатик делать классно. Так, что у нас зима приближается? Может, чеснока взять?
такой мелкий. Взвешивать неохота ничего. Блин, за 2,5 евро 5 головок мне не надо. А, пофиг, не буду я часа ломать. Так, салатное дело. О, мясное дело. Парма, соляне. Блин, клёво, конечно, всякого разного деликатеса. Ха, прикольная оболочка. Hello. Так, вот такое вот количество на выбор йогуртов и молочки вообще разные. Кстати, надо что-нибудь взять, чтобы обогатить себя шведскими бактериями, микробактериями. Так, где какой-нибудь йогурт стандартный, классический? Так, вот же еще йогурты. Это все сладкое. Взяла себе вот такой. Кажется, чисто натурель написано, натуральный йогурт, и все, ничего лишнего. Так, а это безлактозные продукты. Лактоз-фри, я так понимаю. Так, нашел еще то, что надо взять. Это арахисовую пасту. Она вся здесь какая-то жидкая. Какие-то огромные банки. Есть за 8 евро. Снизу нутелла. Вот, короче, у меня выбор. Такая, такая. Не знаю, мне кажется, надо взять что-нибудь. 99,6% арахиса. Что еще нужно? Здесь тоже. Грунчи, это, я думаю, с крупицами. Мне нравится крупицами. Так, и дижонскую горчицу взять. Тоже кайфная тема. Блин, прикольные тюбики, конечно. Мне кажется, довольно действительно удобная упаковка для различных соусов. Кайф. Так, специи. Специи недорогие, кстати. У нас тоже они по 2 евро. Так, масла оливковое. Ну, это действительно лучше в Италии брать. Что я и сделал. Все, гол на кассу, короче. Что это такое, что это? Имбирь, лимон. Черный у меня есть. И что-то сознание подсказывает, что витамина D хочется. Hello. Так, в общей сложности получилось 246 крон. Грубо говоря, 24 евро. Ну, на 2000 закупился. По сути, ничего не хотел взять. Но взял дорогие вещи, такие как арахисовую пасту. О, сыр же я огромный колобок взял. Ну и все остальное, что вы видели. Ладно, идем обратно в машину и заезжаем, наверное, потихоньку. Уже как раз будет и 3 часа до отправления. Уже как ни крути, можно будет заезжать. Погнали. Все правильно, кто-то, наверное, уже понял. Это кефир. Но я вообще ни разу не расстроен. Кайф.
Обалдеть. Так это что, тут море? Блин, жалко, темно, ничего не видно. Я, короче, шел сюда и даже не понимал, что иду вдоль побережья. Можешь слышать хотя бы, как шумят волны. Жалко, конечно, что уже ночь. Представляю, как тут красиво днем. Ну ладно, как-нибудь в другой раз, наверное, посмотрим, что за бухта здесь.